Второй вопрос, который я хочу начать, это тот вопрос, к которому привели нас, наши нынешние, так называемые правители страны и хозяева жизни. Люди спрашивают, скажи, а когда вы начнете стелить асфальт или вкручивать лампочки в парадах, когда вы что-то нам дадите, может, в руки? Это спрашивают граждане нашей страны. Это характерно разве для аттитов, которые всегда были предпринимателями и которые всегда могли прокормить себя и заработать себе, и для которых это просто унизительно для их сознания